создали скриптишку с меня Fishing Scrutin of Games и сегодня мы продолжаем играть в Plants vs. Zombies 2. It's about time. Да, сегодня мы с вами, продолжим с вами, начнем проходить мир обмороженные пещеры. Да. Я потратил все кристальчики на вот это вот растение. Тут даже в магазин есть. Вот, в принципе, да. Вот, что я купил, короче. Да, видите, за 25 кристальчиков можно купить вот 10 гупиашутер. Да, потому что, в принципе, я уже 10 пакетов... О, костюм. Мамонпорт. О, я купил. Да! Всего, дорогие друзья, всего. Это уже 40 пакетов собрал. Короче, смотрите, я... Сейчас. Вот. Я 40 пакетов собрал. Потому что с ним, знаете, что можно делать? Правильно? С ним можно проходить сложные уровни. Да. Я даже с Линкпио что-то не хочу. Не хотел. Перехотел, то есть не хочу типа Slink P уже, а хочу уже Jupia Shooter. По-моему, так называется. Джу, да, так же читается. Jupia Shooter. Короче, крутое растение. А вот на огненное растение все-таки, еще подождем. Да. Так, я не понял. Такой звук. Это холодные полярные белые медведи едят. Вообще ничего. Короче, мы в обмороженных пещерах. Опа, смотри, мы уже с ним знакомы, там пенят, да? Частично. Так, вот это растение. Ничего. На, поэтому let's rock. Чё? Опа, тут смотри, тут прикольная машина. Тут прикольные машинки-то, смотрите, да? Это кто, бобры, что ли? Да, это бобры, а кто же еще? Который зевает. Где это, у них хвост такой? Или... Это у них рельеф, походу, хвост такой. Такой звук, музыка такая, прикольная. Музыка прям классная. Так, давай. Так. А что это такое? Что это за лапа? Трилли, что это за лапа-то? Вот что это за лапа? Которая в земле типа. Да? Я не знаю. А, там же с ведром, они же будут передушку не дать. Ну точно. Ну ладно. Это как мы с ведром-то собирались? А, идите к нам. Они его до сих пор не стреляют. Ну ладно. Ходи, может это типа означает типа то, что типа туда ты идешь, типа. Ну, помните, да? Типа туда типа идет, типа. Ага. Ну ладно, где? Да, кто-то да. До меня, кажется, дошло. Это, короче... Опа, смотри. Тут другой. А, это... Ну, как они называются? Power-ups, короче. Короче, это другой совсем Power-ups. Да, тут такой. Ну да, зачем тут в обмороженных пещерах такое, типа, Power-ups ледяной. Тип шар, они же уже привыкли к этому холоду, они же привыкли.
Нижний чужеземский. Погоди, раз тут вот эти вот стены реки заморозились, так значит. Так, возможно, что. Так, может, возможно, то, что, типа, ну... Тут, значит, холодно? Не, ну я не хочу... Ну, короче, будет, типа, холодный ветер, что ли, который будет замораживать наши растения. Так что... Ну, для меня так даже. Ну, а как еще-то? Как еще-то? Короче, кто сразу нам, тому сразу колючки. Понятно? Типа они сюда идут, пойдут, и вот им сразу колючки. Особенно контур. Вон там контур придет. Да. Кто не знаете ли. Переходят! Да. Ой. Кто не знаете ли переходит, но. Да блин, что такое, не помню. Кто не знаете ли переходит, а. Мы должны за это еще ну, страдать как-то. Чё, как раз там пирогие у нас с колючками. Чтобы были колючки там, да. Так, давай, короче, вот конус. А, давай, о, их там два. Так, что же они, да, побольше солнышко. На, жалко, конечно. А ведь вчера я об этом не жалел. Ну что вот так вот взял и стратил эти кристаллички. Так, Денис. Вот, у нас ведро. Чтобы ему пердушку-то. Пердушку-то и не дадим. Чё, добили тебе ведро всё? Я думаю, зря я только использую. Вот лучше этого поставить как-нибудь. Повторители вот поставить и все. На, ведь в первой части. Там я проходил первую часть, я его назвал скоростью. Вчера всегда я его звал, типа, двойной, но он же двумя группами стреляет. А теперь он повторитель, оказывается. Ну, может, это неправильно. Не знаю, там не написано. Скорострел. Все, который скоро будет начнет стрелять в тебя. То есть скоро. Скоро стрел. Знаете, вот скоро стрел. Ну вот. Что переводчик? Ну не, я имею в виду переводчика, который там привели ум. И короче всего. Я, короче, раз, два, три, четыре, пять, пошел нафиг, не скучай. То есть, смотрите, раз, два, три, четыре, пять, пошел нафиг, не скучай. Бред. Куда уходишь от нас? Короче, этот зомби ушел от нас. В другую зиму. Колючку. Так, давайте, короче, ему дадим больше. И вот так. Это был, ну, это был глупо. На, ну и плюс колючки. А то, знаете ли, будет жрать бесконечно, а колючки, ну, а колючки тебе не будут. Ну, а смотрите, запоставить. Сидя. Ну, а знаете, что мы будем делать? Короче, арбуз. Да, короче, мне не нравится вот эти грехастые, мне вот нравится джупи ашута. Ну, давай, короче, сейчас все будешь, во всех будешь. О, у них совсем другой флаг. То есть у них вообще отличается флаг. То есть у них, типа, свой флаг. И все, нет, нет, я забыл. Чё, ты чё? Ты чё делаешь? Не понял. Вообще не понял, чё вы делаете? Да, вы видите, просто видите, там два ведра убит. И они сейчас все перескочат. Это ужасно. Просто ужасно.
сейчас и второе ведро к нему присоединится. Круто, нет? Ну и все, пожалуйста. Frostbite Cave. Ну, короче, обмороженную пещеру. Не замороженную, а обмороженную пещеру. Так. Короче, давай. Короче, давай, бегаем. Да, еще один. Ну все, короче, сейчас мы с вами получили растение. Не знаю, как он называть. Что он делает вообще. Да, что. О, и стоит она ноль. Ням-ням. Стоит оно аж ноль. Прикиньте, короче, ноль. Это только 16-я серия, а уже типа такая вот фильплюшка. О, так, окей. Я думаю, мы с вами накопим. Надеюсь, мы с вами накопим. Но все равно тут, прикиньте, тут 30 уровней, они. Прикинь, короче, тут 30 уровней, а не 25. Не в смысле, что вот эти 5. Ну ладно, короче. О! Опа! И что такое, Пэн? Не смотри сейчас, Пэн, но. Не смотри сейчас, Пэн. Но. Короче, они заморозились. Типа эти растения заморозились. А, ну я понял тебя. Ну вот, как я понял, эти растения будут размораживаться, да? Ну да, ее даже выбрали, то есть прям нет. Эй, дядь. А, ну фиг. Let's rock. Окей. Окей. Окей, короче, ладно. Давай ты ж. Как думаете, нам вкапать? Да нет, это же халявное растение. Ну, тебе бесплатно, типа. Ну, вы поняли, да? Типа, ну, блин, короче, ставить это растение даже не надо там. А за ноль солнца ты его разморозишь, и он будет стрелять в первого зомби, который пойдет. Не. Также можно орех. Да. Но все равно стоит не. Ну почему я, ну, честно, не знаю. Ну, в шахматном порядке у нас будет под солнце. Ну, почему это шахматный порядок называется, я не знаю. Че, здорово, скажем так. Нифига сегодня теплый воздух. Ой, надо быстрее. Просто, ну, не, понимаете, если у него быстрый воздух. Ой, ну вы поняли, да? Теплый воздух, значит он. Ну не знаю. Если у него теплый воздух, значит. Короче, мой очень теплый воздух, раз он может размораживать. Такой вот лёд. Я вот так же так делаю и смогу заморозить. Окей. Ну, все прикольно. То есть ведро типа пойдет, а мы ему пердух дадим, чтобы он прав. Ладно. Раньше их можно в пенять было получить. Да, можно было пенять получить. Да, костюм. Я сейчас говорю про костюм. Которые можно было получить. А, в принципе, капуста пульта? Нет. А, ты чё, ты чё? Я же говорил вам. Тут будет что-то подобие на этих звёздочек. Этих тут наподобие тип ветра, таких холодных, там очень холодных.
то значит нужно какое-то растение, чтобы оно, ну скажем так, ну, обходилось, нет. Короче, чтобы она этот лют убирала. А ну-ка, так, можно сейчас? Нет, нельзя. Нельзя, только когда оно заморожено полностью. Да вы надоели уже. Погоди, если его так делать, то нужно вместе с Россией, ну так будет с Россией. Сейчас мы так вот и все в масле будем. Так, а это тут... А, их заморозили! Я не заметил, что их заморозили. Ну, сейчас вишни будет. О, и ведро пошло, поэтому вишню. Чабу. Все, заморозил. Что, придушку, что ли, будем? Ну, что они там? Да. Встаньте. Ничего не будет давать. Что такое? Что за черный? Что за черный? Что за черный такой? Нам. Опять. Еще лучше двойного мне заморозить. Ой, повторить его не заморозить вообще. Погодите, а что будет, если листок дать в таком обличии? Ну-ка. Да ничего не будет. Ну, в принципе, это. Я так и думаю, что ничего типа не будет. Да. Ну что сказать, все в масле будете. Опа. Короче, да, тут сложнее, поэтому тут и огонь. Но огонь почему-то дороже стоит. Тот эффект, по-моему, стоил 1350, что ли? А, это... Вообще ничего не помню. Так, давайте вишню побыстрее закружим. Я вас использую. Да нет, думаю, сейчас вот так вот сделаем и поставим где-нибудь арбуз. Вот, чтобы вы увидели костюмчик. Хотя вы, наверное, его увидели, да? Вот, типа, он доктор. Да? Ну, вы, думаю, вы увидели этот костюм. Он же не новый костюм. Вот, о, не знаю точно, но у морозной арбузы пульты. Вот, у морозной арбузы пульты. Морозного арбуза. Вот он. Он. Так, давайте. Это у него новый костюм, да. Вот у растений новый костюм. Ну, да, новый костюм, в принципе. Фулай. Давай, короче, быстрее давай. Ты время задерживаешь. Нам еще не так медленно все проходит. Ну, у нас денег. Че, продали этих бобров? И че продали этих? Что за пакет, я вообще не пойму. Чисто что такое? Турнир, зомби, стуар. Это что такое? А! Да все уже! Опа, 1/6, то есть мы получим какой-то... Это сильно, учёв, там два конца стоит. Ну тогда я знаю, как их победить сразу же. Я не понял. То есть мы не будем выбирать, да? А, это опа, что такое? Что за растение такое? Я знаю, джупи ашотра. Такое новое, крутое растение прям.
Чё зевает все время? Спать что ли? Да спите, чё вы? Не вижу машины. А, не вижу. Так, 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 вот, да? Третьего левела. Ну ладно. Кади, чё? Смотрите, тут видите вот этот. То есть он здесь зомби пойдет на вторую линию, потом чуть-чуть пройдя на третью, потом еще чуть-чуть пройдя на четвертую, потом на пятую. И тем более очень близко. Вот меня так ты делаешь. Ты повторитель, зачем ты это делаешь? Ну, в смысле повторяюсь, я имею в виду. Что такое, что за черное вообще не знаю. О, надо побыть. Это сложнее меры там. Ну не 4 перца, как же хорошо, что не 4 перца, а 8 перцев. Там с ведром идет. А его никто никак не берет. Ну ничего, ну ничего, ну ничего. Ничего, ничего, ничего. Так, может там побыстрее что-нибудь давать ему, чтобы иначе. Так, а теперь вот так. Эх, у них же никто стрелять-то не будет, ну. У них же стрелять-то кто никто не будет, ну. Знаете, как все можно? А, точно, пенек был платный. То есть, если пенек бы не был платным, то был бы очень классный. Да что там классно? Замечательно просто. Просто великолепно. Так, давай, круто. Ладно, короче. Был. Да, что? Мама, нифига, сколько. Армия зомби идет прям. Так, давай. Фишка. Нам, короче, показали платное растение, чтобы мы его захотели купить, да? Ну, это мод. Давайте, типа. Давать такие вот растения, типа, да. Типа, давать такие растения, показывать, что они крутые. Не, вообще-то я ничего не говорю, типа, это плохо, типа. Зачем эти разработчики нас травят, типа, да? Так скажет только тупой человек. Ну, здесь будет травить такими крутыми растениями. Слушайте, дайте мне листочка. Это вообще... Не знаете, ли идут? Куча. А, никого так кинь. Раз. И два. И все трое прям таки идет. Идете туда. Так, давай. Да поставим. Так, тут вообще ничего нет. Ничего, там пусть. Без нее. Наконец-то. На. Наконец-то. Ну, крутое растение, да, но оно платное. Оно работает как это, как называется. Как это? Ну как называется? Ну, как он называется? Как ветродуй, да, точно. Который был с первой части, он там зомби на шариков там сдувал. Так, зомби с флагом пошел. Все, вот идите. Вот. Теперь используем, пожалуй. О, палец. А такого первого надо будет правильно, надо будет босс. Конечно, надо бежать босс. А как? Что я думаю? Ты не нужен мне? Он же главный, а без главного. Кто будет командовать-то? Кто будет командовать? Я что? Я не буду командовать. Зомби. Ты не правильно говорю. А, так, сейчас ставлю, что мне еще раз. Это прикольно, да. На пенек сейчас нету времени, чтобы эпизоды длились только по 40 минут. Да, если вы хотите, как раньше, тоже, типа по 40 минут она длилась, то
Тогда обойдемся без пиньяты, потому что миры уже сложнее становятся. Да, у нас вообще потом Lost City. Ой. Ну ладно, все равно я вперед не буду ходить. Да, все равно потом Lost City будет там 32 уровня. Прикинь. То есть, да, то есть мы не будем за 5 голов проходить. За 5. Так, тихо, валите отсюда все. Тихо, валите. И будем с вами это. Не будем это. Ну, поняли, да? Да вы там убьетесь или нет, сколько раз там говорит. Ну что еще, 2 дня осталось пройти. В обмороженных пещерах. О, вот это вот классно. Чтобы когда не шли, а то и вон как много кто. Прям толпа зомби идет. Чтобы они сразу шли на этот лед. Ой, на колючки вот это. Тут колючку. О, вы не сдвинетесь с этого места. Вот я говорю, не сдвинетесь. И сейчас думали, я использую здесь точку. Погоди, это еще не конец. Я думаю, что так долго ты их убиваешь? Что они бесконечные, что ли? Оказывается, это не конец. Просто волна же была. Я не заметил, что это там 2 волны. Нет, ну не заметил. И все. Чё поделать? Не заметил. Чё поделать? Да опять он не прихостребует. Надо дать другие помещения. Та-дам-та-дам! Ну а прикольно. Как горханет он стоит. Только горханет. О, там передраж. Вот куда вы с вас приехали? Кстати, они уже не похожи на простую зону. Они похожи на первобытных людей. Но раз это игра не про людей, а про зону, значит это уже частично игра. Это дикие зоны. Вы сравните этот мир и там. Короче, это первобытные зомби, но они будут называться побытными. Как я точно не знаю, мне так зомби с флагом здорово. Сейчас ты перейдешь, и тебе будет полный. На, и тебя сразу били. Сейчас побольше людей там. Ну, не людей, в принципе, ну, побольше там скопится. Короче, да, побольше там скопится. Есть. Вот, да, действительно, да. Конус мы перебьем, а вот. Не конус, а мне перебьем. Нет, ничего плохого. Они все отсюда ушли. Вот все, абсолютно все. Все плюсово. Так что да, так что мы с вами их убьем. Так, ведро. Так, ведро, шоу. А сколько это растение стоит, солнце? 150, наверное. Ага. Ну, наверное, у нас тут. Старое же растение, которое придумали. В 2000 каком-то там году. Ну спасибо, короче, что показали. Потравили нас этим растением. Что-то мы потом захотели купить. Ну, я хочу купить именно Гоблина Грохострела. Вот эту Джупиа-шутер. День 6 мы с вами не проходим. Next level.
Опа, у нас новый зомби. Только его заградили, как всегда, блин. Так, дорогие друзья. Хочу вас предвести о грустной новости. На... Типа я. Не буду больше проходить. Пузы. Нет, я буду, просто чуть-чуть попозже, потому что я хочу накопить на... На этом, как он называется? Так, петушку дадим. Чего он вообще делает, этот зомби? Так. Да, в принципе. Да, пока не накоплю. Ну, а потом, как накоплю, я... Опа. Ты смотри. О, смотри, прикольно растение. Чё такое? Человек. Это срок. Да? Set plant. Типа на старт момент сажай. Ну да, ну, типа сажать тут. Чё вы зеваете через каждые 5 секунд? Чё, не выспали что ли? Не спите, не здоровье. Это вот, как только к вам зомби. Приближится, вы автоматически. Да. Уедете. В зомби, который у вас мозг сошёл. Ну чё, вы думаете, они не жрут мозг что ли? Зачем? Тебе говорю, вот короче, ты сюда ступишь, и ты сразу заманываешься. Окон. Так, ну чё так сложненько? А, мы же играем быстро, мы уже в турбо режим. Нет. Так что я просто хочу накопить на этот огненный грохострел. Да. А без него будет очень жалко. Очень трудно, ведь я хотел даже, по-моему, не знаю точно. По-моему, о, видите, они не замораживаются. Так вот живет. Так вот, да. То есть они просто замедляются на некоторое время. Они не замораживаются. Смотрите, они привыкли к такому холоду. Ну это логично. Так, что-то зомби идут, а головы их не падают. Так, давай-ка. Вон кто пошел, а что он делает? Может мне хоть кто-нибудь может ответить? Ну ладно. А что он делает? Да ничего, походу. Он снежки кидает, да? Ну, раз он снежками в руке. Эй, ты чё? Ну, можно я тебе пердушку дам? Да? Я про пердушку совсем забыл. Не понял? Вот что он делает. Так, тихо, съедай, быстрее. Вот, фух. Так, заморочек. О, а вот это вот прикольненько. Ну да, в принципе, прикольно. О, даже сюда поставим. Да, это мы его победят. Чё будем победить? Всё, значит, мапа приближается, значит. Приближается большая волна зомби. Да. А я это не выберу, вообще не выберу. Ты мне надоедаешь. Вот, прикольно. Так, где ведро? Ну ладно. Тут. И сейчас вы меня разозлили, поэтому, собственно, получайте. Вот так получается. Да, ты меня разозлили, блин. Я должен был отстраниться и замазать.
Не в смысле лизаться, но... А, это не последняя волна. Да что такое? Всегда думаю, что тут одна волна. Ну как одна волна в четвертом мире уже, а? Одна волна по ужасу не может. Надоел. Там... Там чё охуенно. Ой. А, можно же вот эти ставить. Они сразу будут стрелять. Вот, да. Эти рыбушку попросту дать. Ну, например, вот это вот ведро дать. Не, ну а как она ещё надеет? Ну а как вы всё... И он уже... Сейчас спрашиваю. Как вы его ещё можете назвать? Это что такое? Что надоел? Это написано. Они просто поиндели вот сюда. Ты надоел. Все таки сильный зам. Поэтому не сразу дадим, значит, пиздер, но так вот делаем. Еще мне это не заморозит. Тебя, наверное, заморозит. Эй! Убейся. Тут он дает все же придушку, а. Даем. Сейчас мы его двойного все раз дадим. Нет! Ай! Зря не выиграл. Вот, вот зря сейчас. Я, короче, ты пропердешься как следует. Сорный дом, в принципе. А все остановится, ты вот здесь стрелять. Ну чё, мы вот так идём, вот это вот сон бить. Он вряд ли бьёт, а то он надоел ещё заморазить. Вот был бы то растение, ну хотя там есть тыква-пульта. Не тыква-пульта. Тыква-пульта. Пульта-тыква. Пульта-тыква. Вообще. Харе! Вообще, всё, короче. Ну-ка, плыз. Всё, короче, у меня выбесили, поэтому получайте по полной. Програф. И то тоже вы меня выбесили, поэтому получайте. По полной программе. О, особенно ты. Но! А, вишню. Да, точно, вишню. Так, где он? Избавимся от зараза. На, все. Опа, ведро от них отваливается, почему они не взрывают? Потому невзрываемо, да? Ты куда его поставить? Ты что идешь? Тум-тум-тум. На дорожку, на дорожку. На дорожку, на дорожку. На дорожку, на дорожку. Дорогу. Опа, а как он здесь-то оказался? А, я его сюда поставил. Слышь, вот заморозь растение, которое из льда. Каким, короче? Вот заморозь рыбу. А, я хотел посмотреть просто. Заморозь там замороженное растение. Или нет? А, ты пурги не кушай. Ну хотя... Хотя лучше. Ну или вы оба, ну или неважно, короче. Всё, короче, всё нету, всё нету. Ты надоел. Возьму с тебя ником. Так! Ты меня бесишь. Ну ничего, сейчас. Бесишь и все. Что дальше то делать? Что дальше? Что поделать? Вот это он заморозился. Что поделать? Так, помедлей, иди. Иди отсюда, а? Не мешай мне, видишь, на работу. Вот и все. Вот здесь вот надо.
это хотят запрещено. Сейчас чем-то запрещено. Закон ничем не запрещено. В принципе. В принципе, все тот же. Не. Да, это последнее видео. Потом где-то через неделю. Ну, здесь накоплю за неделю. Да. Здесь я накоплю, короче. Короче, попытаюсь как можно быстрее накопить эти. Погоди, я еще так найду. Да блин! Я так и не увидел результат. Ну, скорее всего, ничего. О! Это пиньята у нас. Кстати, в форме этого зомби. То есть у меня тоже на голове. Ну, как это называется? Как это тигр-то называется? Саблезубый тигр. Ну, голова у него на голове, голова саблезубого тигра. Ну да. То есть у него голова. То есть у него на голове голова саблезубого тигра. Который вы. Там типа то ли метеорит упал, метеорит. Да я помню. Погоди, мы что-то получим? В шестом дне. Ну ладно, потом. Да все хорыто, что ли, ну. Ту-ту-ту-ту-ту. Так, давай я, короче, разобьем давай. На, и что получится? 100 баксов. Ну, 100 монет. Давай. Нет, кто такой? Ну все, короче, да. Опа. I'm starting to call the viewers about this place. Also, my feet are getting really cold. Time to turn up the heat. Recommend a proper pool for the job. He looks hot peppers at zombie and also keeps nearby plants warm. Let's pick a pack of pepper pulp. It's the perfect plant for oil predicament. Missed you, Ryan. I is a Dave. Must you? Так я побыл несколько минуту тут побыл этим, как он называется, англичанином, да, который плохо читает, да. Ну и там плохо прочитал, ну я бы перевел, но опа, что за растение. Ну ладно, давайте его поставим, посмотрим, что он делает. Не понял? Вы это видели? А, ну вот тыква пульта, да, который когда просто стоит, у нее красная фитплюшечка. А, точно, папа, я не помню, как точно читается. Не помню, как точно читается, но посмотрим. Это же тыква, да? А я думаю, это капуста пульта. Ну да, это капуста пульта, да. Ой, тыква пульта. Да, только она огненная, тыква. Все, видите, смотрите, здравствуйте. Да, скорее всего, мы его получим на шестом дне. Да, точно, может, да. Ты давай мне это. Давай. А то не дает еще. Ой, да, надо быстро. Чтобы не ждать так долго, растет. Так, ну давай, что поделать. Чупа один. Да опять, что ты мне даешь-то? Зачем? О, наконец-то. А по урону у него как дела? Ну типа, урон у него сильный или нет? Да не знаю. Не знаю. Скорее всего, нормально. Сейчас меня будут бить за это. На. За то, что ты его
Ч, глушня? Ой, ну прикольно. Ты что делаешь? Ты что, кого выкопать? Выкопать собрал. Так, дай экран. Дай экран. Посмотрим, что он делал. Эх, нифига. Какой опасный. И что такое? Шоу штурм, что ли? Что такое? А, нет, блин, я так ненавижу это. В Египте теперь и тут был. Я очень не любил это. Эту фигушку в Египте. А не помню, ты как тут оказался? Посмотрите, как он там оказался. Потому что там чисто теоретически не мой. Да что тебе надо, отстань. Ну с одной рукой, чё ты волнуешься? Чё ты волнуешься? Давай. А, он опять болит. А вот не заморозишь, понятно? Да не заморозишь ты. Ветвы изморально, но без никакого урона не принесут. Ну, никакой проблемы, короче, проблемы не будет. Ну ладно, я же замерз. Это и холодный. Ну я имею в виду это. Я имею в виду это. И чтобы холодно, но в этом мире. Ну, короче, чего. Не зря же он называется. Обмороженный пещер. То есть этим пещер замерз. А мы, наверное, в Антарктиде, да? В давние времена в Антарктиде. В очень давние времена. Ну где еще такие? Ты не доел, слушай. Вот ты до него доберешься, и он будет тебе. Нет. Драться. Это боксер. Так, это какой момент? Пятый. Ну окей, пятый, так, пятый. Опять заморозилось. Наверное, так холодно, раз прям заморозилось. Ну чё, ничего. Видимо, это очень серьезно расти, раз у него очень время лица. Ух, ну-ка. Ой, нет. Совсем другой хмылка. Короче, такой весь злой, да? Злая. Я думаю, это. Я думаю, вряд ли это полностью. Хотя похоже на мужской пол. Но вряд ли. Ну, очень дико. Так, теперь буду сбрать. Ну, леди, вы посмотрите, ну больше не дико. Смахивать. Чё я сказал? Так, давай. Так, давай. О, вот это да, вот это вот надо. Ну, смотри. Просто запись идет 56 минут. Это просто отстой. Мать его, понимаете? Сюда трогается. Так. Так. Ну, в принципе, можно использовать огонь. Ну, зачем? Да он там? Ты чё? Ты чё, кроме седьмого раза летел? Сейчас ты встретишься с боксером, Вилли. С боксером растений. О! Именно он тебя отобрал в ведро. На, вот так вот все. На, все, и улетел голова туда. На, это смешно. Но не морозился пока. Ну что поделать, заморозился так. Что поди. Так, дай побыстрее тут пройдем. Идиот. Опять, короче, побыстрее сейчас пройдем, а то эта серия затянулась. Вон сколько минут будет. Уже 58 минут. Ну, у вас 100 пудов меньше. Потому что я же повырезаю там что-то. Ну,
найдут меня, блядь, вообще у меня. Из часа. Час. 19 минут. Все. Плюс 20 минут. Я умер. Типа это. Ну, типа это. Типа мне сделать вот, вот 14 серии я, короче, снял по две части. Ну там выключилась запись, так бандикам, короче, подвернул. Я там 20 минут. Еще плюс я записал на 1 час и 19 минут. Думаете, возможно пройти так быстро? Сколько там уровней мы с вами прошли, то есть? Да я не знаю. Да я не знаю. Ну, где-то... Где-то 7 уровней, что ли? Ну, да. О, все-таки я был прав, что мы получим вот это вот растение, да. Ладно, продолжим, короче, в следующую серию. Всем пока, дорогие друзья, но она выйдет, в принципе-то, и не скоро. Потом всем пока, дорогие друзья, с вами был я, Фефин с Крутанов Геймс. С вами был я, Фефин с Крутанов Геймс.